Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А это видео по моей криптовалюте новой Proud Money. Значит, отсюда я, вот я только зашла, как бы еще даже не заходила, при вас захожу, вставляю адрес. Адрес можно скачать на Windows, как бы валет на компьютер, но у меня взят адрес кошелька с биржи Криптопия. Вот. Сегодня на данный момент, я вчера, мне как бы некогда было выводить, а так я ежедневно вывожу по полтинничку. Вот у меня на данный момент 38 500. Значит, давайте соберем, и я ее выведу. Сбор очень простой. И очень быстро здесь собирается. Я ежедневно минималку запросто можно набрать. Если выпадет, например, 4 раза по 5000. Вот мне в данный момент дали 4000. Видите? От 1000 до 5000. И 5000, я хочу сказать, очень часто выпадает. И остальная монетка, как бы сумма тоже. Так, ну что, начислили. И я нажимаю, вот у меня стала кнопочка кликабельна, как набирается минимальный вывод, это 20 тысяч. У меня 42 500, нажимаю вывод. Вот на эту вкладочку. Все, мне пишут, что моя монетка отправлена на, как бы, кошелек, да, на биржу. Здесь вот ниже находится наша партнерская ссылочка. Кому интересно, я свою оставлю, конечно же, под видео, как всегда. Давайте перейдем на Криптопию. Вот так вот она выглядит. Вот. И так, куда нам... Так, сейчас, секунду. Ага, Deposit History. Переходим, нажимаем. Так как я вношу, да, это мой кошелек. И смотрите, значит, я ежедневно вывожу еще монетка. А, давайте-ка я перезагружу на всякий случай. Сейчас она перегрузится. Я вчера не выводила, мне как бы компьютер висел, и как особо было не посидеть на кране. Но тем не менее минималку я набрала запросто. Пусть не 50 тысяч, но это самое. Но монетка еще не пришла. Вот я вывожу. Так, начала выводить 19 числа. Я зарегистрировалась 19, 20, 21, 22, 23. Вчера я, как уже сказала, не выводила. Я вот, моя сумма, так, первый раз. Я там-то у меня, смотрите, как выходит. Тысячи, да, вот, например, 55 800. Я думала, это тысячи. А здесь нет, смотрите, я... Только сейчас я заметила. Значит, 0.02. Это выходит 2 350 000. Ну, неплохо, да? Это я вывела первый раз, потом вот 2 миллиона второй, потом вот 0.05. Ну, 5 205 000. Неплохо. А здесь, видно, я тоже по полтиннику выводила, но походу здесь она берет немножечко комиссия. Вот. Здесь 4. Ну, тоже неплохо, согласитесь, правильно? Так, монетка еще не пришла. Сейчас поставлю на паузу. Должна, потому что она очень быстро приходит. Я проверяла. Прошло каких-то 2 минутки, и монетка у меня пришла. Смотрите, вот 25.05.18, ну, 2018 год. Вот 0.042. Вот, это выходит 4 250 000. Ну, неплохо. Она на кошельке ожидает подтверждений. Видите, везде по 20, а это уже 8 подтверждений. Это я пока отходила. Она уже здесь. Краник платит. Вот можно забить Proud. Значит, что я еще хотела? Так, сейчас нажмем баланс. Где брать номер кошелька? Я показывала в прошлом видео. Вот. Сейчас появится.
вся криптовалюта. Здесь очень много криптовалюты на этой бирже. Как мы видим, очень, видите, аж 41 страница. Значит, чтобы долго ее не искать, сюда просто вставляем название монетки. Так, и нажимаю Enter. И, пожалуйста, вот здесь вот у меня как бы уже все полностью, сколько вся сумма. Это у меня 0.1 монета. Вот. А депозит брать, вот здесь стрелочки, как мы видим, вот это депозит, это Виндраф вывести. Нажимаем депозит, и вам сгенерируется адрес. А можно по желанию уже, кто хочет, как я уже говорила ранее. И вот здесь будет ваш адрес. И так любая криптовалюта. Вот. Здесь вот нажимаю, где буковка Б. Баланс, депозит, Виндраф, трансфер. Здесь аккаунт, сеттинг, ну, суппорт, ночной режим. Ну, здесь это все можно посмотреть. Вот, ну, кому интересно, присоединяемся. На этом буду заканчивать. Мне очень интересно, конечно. Я довольна краном. На этом все. Всем удачи. До новых встреч.